Хей, йо, гайс, с вами Шумки, мы продолжим. С вами ошибаюсь, да? Мы типа прошли локацию с этими сраными. Подождите, а мне вот интересна карта. То есть, понимаете, с одной стороны, да, карта большая, да, вот куда нам нужно, вот могильник. О, я могу сюда пойти. Испытание в Лоренте. Испытание в Аристале. Что за испытание? А я просто оттуда никогда не отправлялся. Я сразу на могильник шел. Давайте, ладно, сначала на могильник, а потом туда пойдем. Ну да, вот этот мах, помню его. Сложно, потому что меня убивали здесь. Да, меня убивали. Ну, локация прикольная, типа лес. Мне рассказывали о могиле. Это от того, что тут по древней могил. Эти курганы возвращаются про отца людей в внезапные времена. Для них люди Анрон были священным местом. Анроны погибали здесь во имя мертвецов. Каих. Ну, короче. Просто идем. Скажу вам одно. Здесь будет нечисть, здесь будут пауки, наверное. Место, ну, такое. Жесткое, на самом деле. Особенно битва с боссом. Ну что, следопыт? Что ты там пол? Следопыты стояли здесь лагерь не больше 3 дней назад. Судя по следам, это вполне могли быть. Ты знаешь, что стало с ним потом? След уводится к могилам. Охуй. Пока лучше пособирай шмотки. Хотя могу сразу же отправиться дать листву, пока тот челик не сдох. Хотя... Пихуй. Пихуй, 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 пихуй. Пошлите. Да, шмоток здесь и все такое можно много понаходить. Так, пойди, уже должна начаться проблема. Скоро. Очень скоро. Ох, я вас уверяю. Это необычный туман. И а чё вдруг следы так холодно? В натуре, чё так холодно? Я не помню, но лучше делать вот так. Сейчас кажется, нахуй эту могилу ломаешь. Вопросов. За этим туманом стоит чья-то злая воля. А чтобы никакая воля не стояла, я все уничтожаю. Я вон деньги, видите, собираю. Все сломал. А вот это чего я ненавидел в этой игре?
Как вы видите, мертвые очки. Убил, поднял себе урон. На самом деле, я вот не помню насчет бессмертия этих врагов. Эй! Ух, что это? Да неужели это тролль? Что это за... Еда... Прикрывайте. Ау. Ау. Ты в порядке там? Тихо, он еще жив. По идее, сейчас он должен был мертвецов бросать. Ой, она там дерется в соло. Ладно, ребята, вы побейте, окей, я пока зайду похилюсь. Ну не. Качай, пожалуйста, себе отхильную магию. А, нормально. Это я был. А, стой, мне не дали нихера. Дать. Что, далее идем? Забрать. Да, здесь знак. Забираем. Побежал. О, стой, я могу школьц одеть? С 13 уровня? Нихера. До 13 еще дожить надо. О, лес, черти. Поверх идете? Ну, сами видите, ну что-то типа запредятина. Сколько мне нужно... потратить, чтобы убить его? Много. Стоп, что ты сказал? Есть шанс, что они будут еще живы?
Надеюсь, нет. И сломал. Ходящие мертвецы. Это ползучие мертвецы. Если бы я защиту юзал. Давай, давай, давай. Я думал, ты щит использовал, я думал. Ну ладно. Ты чувствуешь, когда у тебя до хера. Ну, хотя могу в хп-х качаться, да и все. Тоже как вариант. Я всегда в этот момент просто убегал. Бат. А я отхилился, забей. А, я думал, мне показалось. Я посчитал, мне показалось. В смысле он еще жив? Я же ему ногу тяпал. Ждем. Логично, да, что мне туда бежать. Однако мы возвращаемся обратно. Вот сюда. А я не помню. Стоит ли мне сюда заходить? Там, где мелкие постройки или нет? Ну, типа, по идее, наверное, мне туда вообще не надо идти, но... Why no? Да. Насколько мне увеличится? Сейчас 65. Ну, почти на десятку. Ладно. Временно. Ну, пускай будет, да, сохранить. Мне бы хилок побольше. Тут на каменах что-то написано, но надпись почти стерлась. Ведунья, может, твои эльфийские глаза что-то разберут? Плохо, похоже, что это список имен многих из них нацарапано в спешке. Судя по всему, это воины из Карлонда. Люди Карлонда противопоставлены королю Колдону. Едва ли не дали своих предков. Легенда гласит, что могильники были их последним убежищем в этой без... Хорошо бы из этих гробниц.
Слушай. Чисто полностью с тобой согласен. Ну погнали. Изгонять. Призраков. Так и, наверное, зовут типа. Хотя мне еще игра не пройдена. Про призраков. А, тут типа мини-аренки. А я помню, так один раз я куда-то зашел, врата какие-то закрылись, или ты не в этой игре. Ну да, увеличилось немного время. Блин, я не могу его атаковать из тебя. Все? Это вторая гробница получается. Подожди, а сколько их тут всего? Ну сюда мы отправимся, значит, в следующей серии. Это что было? Ладно, сделаю вид, что мне показалось. Путь народец. А здесь она поглубже. Ага, она здесь и пошире. Давайте в темную, там где нет дыма. Я понял, это врата. Но они могут и вообще-то без этого ходить. Без туловища. Побежали со мной, чё вы стоите? Вы думаете, я такой тупой, что я буду здесь один ходить? Нихера. О, сундук. О, гробики. Всё? Пойди, плюс капюшон халявный. Скажи только, какой капюшон? Если это наручи. Ребят, вы чё они такие медленные? Бат, бат, бат.
вспоминать что-то с Карим. Тихо. Все? Все гробницы защищены. Пойди, да? Давайте выбираться. Ну, по идее, их только три. Подожди, нет, нет, я помню, мне капюшон все-таки давали. Может, он просто кому-то дал сразу же. Эх, походу на то. Ну, ломается он, да, не так сильно. Дополнительное задание. Подожди. Подарок Ворли Фурнас. Ну и короче, потом разберемся. Если еще вернусь, я потом в эту локацию сам. Без вас. Что это может быть? А где? Чтобы меня не трогали. Если в меня ничего не полетит, это хорошо. Ну вот наподобие такого вот я атаковал. Только почти в соляру. О! Время бежать. Воу! Главное... Меня сейчас убью, да? По моей же вине. Пожалуйста, быстрее. Все. И, конечно же, мне дали арбалет. Все, мы справились. Считайте, второго босса убили. Реликвию дали.
Если я буду проходить Скайрим, но мне нужно пройти Обливион, как вы помните, я его начинал, потом я его забросил. Так что это очень долгие серии. Очень долгие серии. Будем честны. Это на очень долго, типа, серии, ну, по серии 80 там выйдет точно. Просто я вас уверяю. Страшно. Не-не-не, вы идите со мной, вы чё-то стали? Алло. Я играю с двуручным, я буду везде играть с двуручным оружием. Забывайте. Я забыл, как блок ставить. А, все вспомнил. Ой, да ладно, ну... Если у чела уже нету меча в руках, значит, он труп. Все, он труп. То, что у него нету меча в руках. Все. Здесь духов нету, идем далее. Они вызывают подкрепление. Спасибо, Кэп. Интересно, могут ли они атаковать, когда они не видят? Ну это, знаете, хотя бы прикольно сделано, то что без головы они даже не видят, куда они атакуют. Да. Все, в путь. Бац. Все, видите, они не могут стрелять по тебе. Потому что они не видят. И вот это вот, так сказать, в третьей. Это плюс, типа, знаете, мини-механика. Вот как бы мелочь, но приятно. Будет хпшка. Даже не знаю.
Ну тут зависит, видите, от ловкости же. Это да. Ну, пускай будет, наверное, восстановление. А я думал. Ну чё, давайте, я думаю, тогда мы с вами здесь остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.